Держу на шел километр. Километр. Да. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Щелковский район. Глава региона осмотрел обновленную пешеходную зону на улице Парковой и пообщался с жителями. Стало лучше, намного, вот просто благодарим. Спасибо, вас вообще, замечаете. Благодарим. Да, сейчас вот с девчонками увидели вас, говорю, здорово, что мы тут. Извините, и вам спасибо, Алексей Васильевич, да, спасибо. Вот прямо вот от души спасибо. Да. Также глава региона осмотрел дом 29 на улице Парковой, где сейчас ведется реконструкция. После окончания работ здесь будут предоставлены квартиры остро дефицитным специалистам, врачам, педагогам и полицейским. Я знаю, что это был такой уже старый безнадежный дом, который мы сейчас полностью реконструируем. И он будет как конфетка, вот Алексей Васильевич сказал. Когда? Я думаю, в мае вручим уже всем ключи.